Доброе утро! Сегодня третий день эксперимента. Ну вот и прилетели первые ласточки в виде шелушек. Надеюсь, видно. Вот, они еще такие маленькие, совершенно незаметные. Но кожа уже не блестит, как вчера. Покраснение еще легкое остается. И такое неприятное ощущение, все-таки как после ожога. Оно сохраняется. Дискомфорт легкий. И, конечно, очень хочется увлажнить кожу кремом, напитать ее, но этого делать категорически нельзя. Еще пару-тройку дней. А после этого уже можно будет пользоваться кремом, только не антивозрастным, а самым обычным увлажняющим кремом. Но чувствую я себя замечательно. Сегодня даже собираюсь выйти в люди. На сегодня пока. А может, еще увидимся.